Производство Майкла Пауэлла. Всего 2 фунта. Закрой дверь. Любопытный Том. Автор сценария Лео Маркс. В фильме снимались Карл Боэм, Мойра Ширер, Анна Месси, Максайн Одли, Бренда Брюс, Майлз Маллисон, Эсмонд Найт, Мартин Миллер, Ширли Энфилд и другие. Композитор Брайан Издейл. Художник Артур Лоусон. Оператор Отто Хеллер. Режиссер Майкл Пауэлл. Полиция. В чем дело? Убийство. Погибла девушка. Из какой вы газеты? Простите. Из какого вы издания? Обозреватель.
Позвольте вас снять. Мне ужасно жаль эту бедняжку. Да, кошмар. Опоздал. Простите, сэр. Постой, Марк. Хочу тебя спросить. Какие газеты лучше идут? Вот эти. С девушками на обложке и без обложки на девушках. Точно. Чуешь связь с твоей работой? Подожди. Таймс, пожалуйста. Да, сэр. Спасибо. Что-нибудь еще? Да, телеграф. Что-то еще? Мне сказали, что вы продаете фотографии. Какого рода? Ну... Такие, сэр? Да, спасибо. Мистер Питерс. Привет. Можно мне шоколадку? Бери, дорогая. Спасибо. Сколько стоит? По 5 шиллингов. Я куплю эту. И эту. Сколько с меня всего? Для вас 5 фунтов, сэр. 5 фунтов? Знаете что, сэр? 4,5 фунта плюс Таймс и Телеграф. Идет? Благодарю вас. Так, позвольте, я упакую. Да. Добавить в список подписчиков? Нет, нет, нет. Я зайду сам. Хорошо. Учебные книги. Спасибо. Сэр, ваши газеты. Газеты? Таймс и Телеграф. А, да, конечно. Совсем забыл. Большое спасибо. Вряд ли он будет разгадывать кроссворды. Кто пришел? Сам Сесил Битон. Это Лорен. Давай, малыш, прославь нас. Читала о девушке, убитой вчера ночью? Со мной было почти так же. Когда? Тоже вчера. Я гуляла с парнем. Скоро замуж? А мой жених нас увидел. Сможешь скрыть мои синяки? Ты сможешь? Думаю, да. Поторопись, я уже плавлюсь. Вот опять. Что у тебя там, подружка? У тебя ведь есть подружка? Нет, Милли. Слышишь, Лорен? Свободен. Голову вверх. Посмотри в море. Какое? Какое море? Я хотел задумчивость. Вот так? Тогда буду думать о тебе. Замри. Ты сущая загадка.
Для тебя это подработка, верно? Да, Милли. А чем ты зарабатываешь? Я снимаю. Вот это? Нет, Милли. За наш счет. Конечно. Чтоб тебя в аду так поили. Твоя очередь. Она в первый раз. Давай, не стесняйся. Он сказал, что лицо снимать не надо. Я хочу. Мои увечья тоже спрячешь? Не надо. Подумай о клиентах. Не бойся. Для меня сейчас тоже первый раз. Тоже? Я в первый раз вижу такие глаза. С днем рождения, Хелен! С днем рождения тебя! Задувай! Один, два, три! Вы должны гордиться дочерью, миссис Стивенс. Он с верхнего этажа. Привет. Мы много раз встречались на лестнице. Сегодня я наконец решила познакомиться. Привет. Я Хелен Стивенс, у меня вечеринка с другими жильцами и друзьями. Присоединяйтесь. Марк. Что? Я Марк. Привет, Марк. Прошу, заходи. Повеселись с нами. Прости. Работа. Праздник будет еще долго, так что приходи, когда закончишь. Марк? Идем, Хелен, все ждут торт. С днем рождения. Минуту.
Надеюсь, я не помешала? Ты ведь не спустишься к нам? Это тебе. Большое спасибо. Не буду отвлекать от работы. Хочешь? Спасибо. Я налью тебе выпить. Спасибо. Но у меня нет. Тогда дай мне воды. Знаешь, хозяйка вечера не должна пить. Это развяжет гостям руки. Молоко? Может быть. Очень хочу, если можно. Да. Спасибо. Прошу. Большое спасибо. Красивая комната. А та дверь ведет во вторую? Да. Ты давно тут живешь? Да, почти всю жизнь. Я здесь родился. Это дом отца. То есть я узнала, кто домовладелец? Твой отец? Нет, он умер. Я домовладелец. Ты? Да. Но ты же не платишь налоги. Верно. Я не хотела. Знаю. Я не продам этот дом. Но налоги для меня слишком высоки. Если беру большую плату, скажи, я передам агенту. Про налоги никому не говори, покоя не дадут. Покоя. Марк, где ты работаешь? В основном на киностудии. По ту сторону камеры? Скоро я стану режиссером. Здорово. Когда я пришла, ты смотрел фильм? Да. Твой? Да. Хочу посмотреть. Я не очень вежлива, но мне правда хочется. Будет подарок для меня на день рождения. Правда? Но вижу, ты занят. Хочешь смотреть фильм сейчас? С радостью. Я пойду первым. О, тут темно. Так лучше? Она громадная. Прости меня. Что это? Реактивы. А это? Здесь много вещей. И все они такие неожиданные. Это все твое? Да. Ты сам это сделал? Расскажи мне о комнате. Она принадлежала отцу. Кем он был? Ученым. Так это его оборудование? Нет, здесь более новое. Садись. Тут столько странной техники. Мне не терпится увидеть, над чем ты сегодня работал. Марк! Что тебе показать? То, что ты смотрел, когда я пришла. Хорошо. Марк Льюис.
Хелен, знаешь, я впервые в жизни делаю подарок на день рождения. А я впервые выпрашиваю. Симпатичный мальчик. Кто это? Я. Действительно? А кто это снимает? Мой отец. Отличная идея. Сможешь показать детям? Приснился кошмар? А что светило в глаз? Видимо, камера. Зачем туда лезешь? Какой ты дрянной мальчишка! Марк, странные вещи снимал твой отец. Выключить? Нет. Нет. Опять? Марк, это какая-то шутка? Нет, Хелен. Что это? Хочу снять, как ты смотришь. Нет, нет. Лучше помоги мне понять. Достаточно, Марк. Вытри глаза. Ты ведешь себя очень глупо. Ладно, Марк, объясни мне, это была ящерица, да? Ящерица. А что она там делала? Это домашний питомец? Не мой. Расскажи мне все. Лучше уходи. Сначала я хочу понять. Чего он добивался, снимая тебя по ночам? Лучше уходи. Я прощаюсь с моей мамой. Он снял это? Да. И это отпевание. И это похороны. И это... Кто это? Преемница. Преемница? Поженились сразу после предыдущего фильма. Теперь снимает она. Не в фокусе. Это твой отец? Уезжают.
Медовый месяц. Что он делает? Дарит мне подарок. А что это? Угадай. Это камера. Выключи это. Марк, выключи. Выйдем отсюда. Марк? Марк. Так он был ученым. Каким именно, Марк? Биологом. Что он с тобой делал? Марк, что он с тобой делал? Наблюдал за мной. Хотел записать взросление. Во всех подробностях, если возможно. И он осуществлял эту идею, снимая меня все время. В детстве я не мог ни секунды побыть один, Хелен. А тот свет в глаза и ящерица? Он интересовался реакциями человеческой нервной системы на страх. Страх? Страх. Страх и нервная система, профессор Льюис. Особенно детскими реакциями на страх. Я был его подопытным. Иногда просыпался с криком, а он рядом, снимает, записывает. Уверен, его исследования помогли людям. Он был гением. Ученый кидает ящерицу в кровать ребенка, и это помогает? Простите. Вот ты где, Хелен. Вечеринка скисла, твои гости. Я иду. Ты присоединишься? Спасибо. Дела. Надеюсь, ты любишь сладкое. Спасибо за подарок. Пока, Марк. Пока, старик. Стоп! Мистер Джарвис, это картина перспективный коммерческий проект. И я выбрал вас, поскольку знаю, что вы дока в таких делах. Я уже поговорил с Джонни, он просто в восторге. Вот бумаги, мистер Джарвис. Это будет бомба, мистер Джарвис. Отстаем от графика. Послушайте, Paramount заинтересовался. И не только Paramount. Нам звонили из MGM, Колумбии. Золотая жила? Англо Amalgamated. Обсудим через неделю. Так, мисс Симпсон, пишите. Всем продюсерам и режиссерам. Отныне из экономии необходимо все снимать с первого дубля. Сцена 99, дубль 49. Детка, на этот раз постарайся забыть, что ты находишься в шоке. И просто изобрази появление этого шока. Похвалите и появится. Так, все по местам. Стоп. Еще раз. Нет, нет, нет. Боже. Вырежьте это. Нет, еще дубль. Плохо. Попробуем еще раз. И обморок будет настоящим. Дубль 57. Тишина на площадке, мотор. Нет, нет, не то. Стоп, стоп, стоп. Это безнадежно. Мисс. Так, стоп. Стоп. Ну как,
Фил? Звук? Марк? Оставляем. Уже поздно. На сегодня все. Мальчики и девочки, завтра в 8:30. Ты была великолепна и органична. На автобус? Не сегодня. У меня встреча в кафе. Я хочу обсудить фильм. Завтра? Надеюсь. Как моя любимая дублерша? Как видишь. В 8:30. Вив, может, выпьем по дороге домой? У меня свидание. Пока, мисс Вивиан. Эй, кто работает в такое время? Снимают слона с двумя хвостами. Вас много. Вместит 8. Возможно, сегодня. Да, петинг в тачке лучше, чем давка в автобусе. Где свет? Павильон И. Ты там?
Мэй, где ты? Здесь, Вив. Ты меня напугал. Слушай, тут работают по ночам. Они в соседнем павильоне. Не волнуйся. Отменим, нас могут увидеть. Могут, но не увидят, пока мы снимаем. Горит красный свет. Марк, ты шутишь? Я сам его включил. Встань. Встань там, пожалуйста. Все поймут, что здесь люди. Но не войдут? Они дождутся нас снаружи. Зато мы снимем фильм. Мы долго этого ждали. Теперь цель близка. Никто не посмеет мешать. Нас поймают. Какая разница? Работа. Тебе нравится место статиста? Статиста? Я дублерша. Я ничем не жертвую. Наша цель настолько прекрасна, что риск не важен. Столь прекрасно, что даже он скажет. Кто он? Дон Джарвис? Он говорит, если уж подписываете документы моей ручкой, то используйте свои чернила. Но раз ты уверен... Пора узнать, Вив. Я разомнусь? Давай. Мне одиноко перед ней. Звездам это незнакомо. Им одиноко без нее, а великим одиноко всю жизнь. Тогда я самая великая. Что мне нужно сыграть? Смертельный страх? Ты помнишь? Да, я постараюсь. Зачем это? Декорации. Ну тогда разбирай весь павильон. Двум смертям не бывать. Именно. Если бы Дон Джарвис видел. Или если бы я его сейчас видела. Предупреждаю, я истеричка. Я бы лучше сыграла, что умираю от смеха. Я хорошею с каждым днем. Сегодня мы вдвоем уснем. Идет съемка. Не входить. Thank you.
Что ты делаешь? Терпение, Вив. Оно того стоит. Ладно, я стояла одна перед кинокамерой, что дано немногим. А позади камеры? Нет. Попробуй. Я тебя вижу, Марк. Все в фокусе. Хорошо. Да, сэр. Я лучшая женщина-оператор в мире. Что ты делаешь? Снимаю, как ты. Снимаешь меня. Марк, ты просто гений. Ты не в кадре. Привет, незнакомец. Опять пропал. Ничего. Я готов, Вив. Встань. Встань на место, пожалуйста. Да, сэр. Господин режиссер. Представить, что меня хотят запихнуть внутрь? Да, Вив. Я не хочу тебя подвести. Ты стараешься создать атмосферу. Но я не чувствую испуга, прости. Может, я исполню номер? Позже. Я сейчас расслабилась. Из-за тебя. Ты с камерой как дома, и поэтому я тоже. Вы одно целое. Начнем, Вив. Ладно, попробую. Что испугает меня до смерти? Помоги мне вообразить. Представь, что некто подходит к тебе. Он хочет тебя убить, невзирая на последствия. Маньяк? Да. Он это знает, а ты нет. Но ему мало просто убить тебя. Я не очень... Стой, Вив. Все получится. Не пойму, о чем ты думаешь. Представь, Вив, что это его оружие. Это? Да. Вот. Марк. Да, это страшно. И еще кое-что. Марк, что еще? Новости. Спорт тебя не интересует. Куда смотришь? В потолок. Хочешь услышать, дома ли тот юноша? Да. Дома. Я слышала его 4 заметки назад. Поздно пришел. Нравится? Да. Чем? Ну, он особенный. Надо думать. Может, помочь мне с книгой? Хелен. Да? Неважно.
Что тебя беспокоит? Стоимость виски. Что еще? Еще пыль. Не любишь Марка? Не знаю. Не любишь. Почему? Не доверяю тем, кто так тихо ходит. Стесняется. Не стесняется. Крадется. Хватит, мама. Пойдешь к нему? Можно? У нас обеих есть ключи. Мой надо смазать, а твой разработать. Шагай. Спасибо. И не вздумай курить. Хелен. Да? Вернешься быстро. Я даже не успею допить. Пока. Кто там? Хелен. Входи, Хелен. Ты подождешь, пока я проявлю? Это быстро. Мама слышала, что ты недавно пришел. Я не доставлю хлопот? Я недолго. Я хочу выразить огромную благодарность следующим людям за их бесценный вклад. Профессору Смиту из Университета Нью-Йорка, мистеру Эдварду Пейтону из Белгрейвского института заболеваний нервной системы и Марку Льюису, моему сыну. Привет. Привет, Марк. Ты не возражаешь? Я знаю, что назойливо. Но, Марк, мне хочется... С днем рождения. Марк, так мило с твоей стороны. Безделица. Я мало что знаю о подарках для девушек, но увидел это утром, и вот... Марк, спасибо. Она чудесная. Очень рад. Молока? Что? Молока? Нет, спасибо. Приколю прямо сейчас. Вот сюда? Или сюда? Первое место. Да, согласна. Я тебя задерживаю? О, нет. Я клянусь. Марк, мне нужен твой совет. Мой совет? Прошу. Я работаю в публичной библиотеке в детском отделе. Пытаюсь оттянуть признание в том, чего стыжусь. Я иногда пишу рассказы. Не стыдись? Детские рассказы, как «Братья Гримм», «Ганс Андерсон» и «Льюис Кэрролл». Их издавали? Некоторые. Дай почитать. А мою книгу сейчас согласилось взять издательство «Спринг». Хелен, это великолепно. О чем она? Это книга о волшебной камере. Что? И откуда такая идея? Как-нибудь расскажу. Что же она снимает? Я расскажу. Марк, есть проблема. Детям захочется увидеть снимки, сделанные камерой. Издатель сказал, что это невозможно, и предложил рисунки. Но я не хочу. Ничего невозможного? Я ждала этих слов. Должны быть фотоснимки, обязательно. Марк, может ты... Да. Посоветуешь? Сниму. Я не могу просить. Вдруг издатель откажет. Я сниму их для тебя.
Деньги... Есть вещи, которые я снимаю бесплатно. Я тебя обидела? Обидела? Значит, мы это обсудим? Скажи, когда? Решай. Свободно завтра? Да. Надеюсь, я тоже. Я пойму, если нет. Я буду стараться изо всех сил. Спасибо за помощь. И за подарок. Доброй ночи. Доброй ночи, Хелен. Нужен кофр? Да, покажите вот этот. Конечно, мэм. Нет. Нет, нет, нет. Пусть будет комедийная сцена. Переснимем. Хорошо. Так, в эту сцену я хочу добавить юмора. Ты меня понимаешь, пупсик? Не бери первый же кофр, а попроси показать красный. Когда его принесут, оглядись и попроси другой. Например, белый. Он принесет белый. Но тогда ты потребуй еще один. Вот этот. Голубой. Ты приносишь кофры и сыт ими по горло. Я сыграю. И сцена закончится шуткой. Сейчас придумаю. Ясно? Не ощущаю. Я не чувствую. Что? Не чувствуй, просто сделай. Так, все по местам. Вы видели Вив? Кого? Это дублерша Дайан. Она мне нужна. Сначала сделаем прогон. Все по местам. Готовы? Мотор. Прошу, мэм. Покажите мне красный. Конечно. Идем. Вот сюда. Да. Повернись. Так. Нет, не то. Назад. Развернулась и пошла. Крупный план. У вас есть красный? Конечно, мэм. Оставайся сзади. Так, еще. Хорошо. Так, Майкл. Молодец. И снова назад. А может, у вас есть голубой? Конечно, мэм. Да. И опять пошел. Продолжаем. Неплохо. Поверни камеру. Неси легко, Майкл. Ставь его на место. Давай опять в крупный план. Хорошо. Глупая корова. Обморок в другой сцене. Простите, шеф. Мы будем проезжать мимо моего дома. Я заскочу на минуту. Альбом с автографами? Точно. Дети узнают, где я был. Доусон, поможем сержанту. Хотя должно быть наоборот. Мы не продвинулись в этом деле. А парень, которого хозяйка видела на лестнице? Не пойдет. У него на плече что-то висело. Отлично. Сержант, я работаю больше 30 лет, но никогда не видел такого страха, как на лице этой девушки. Что ее напугало? Думаю, шеф, человек с острым предметом. У меня были такие дела. Здесь нечто новое. Ну что? Она внутри. Шеф, выражение лица... Вижу. Похоже.
Сэр, понадобится всех опросить. Составим очередность, чтобы не мешать процессу. Спасибо, инспектор. Если бы вы знали, как дорого стоит задержка... Ну, мы знаем. Привет, Марк. Привет. Эй, это ни к чему. Простите. Что там? Тут один парень устраивает мне кинопробы. Инспектор. Джерри, ты не бойся, тебя не укусят. Сегодня мы рано закончим. Я все видел. Ты снял сержанта. Несколько любопытных кадров. Это неожиданный шанс. Какой шанс? Снимать расследование. Настолько полно, как только смогу. На кой черт? Для документального фильма. Для фильма? О чем? О чем он? Я расскажу, когда закончу. Это будет скоро. А если поймают? Поймают, они профессионалы. Ты не против? Нет. Марк, ты псих? Да. Думаешь, заметят? Марк, заходи. Не влипни в историю. Я хочу закончить этот фильм. Знаешь, я тоже. Входите. Мистер Льюис? А, наш папарацци. Вот моя камера, если вы хотите забрать пленку. Шеф? Нет, мистер Льюис. Если, конечно, нас не будут показывать вместо мультфильмов. Я инспектор Грег. Это сержант Миллер. Садитесь. Есть? Что рассказать? Не думаю, сэр. Знали ее? Да, сэр. Хорошо. Шапочно. Когда видели? Вчера, в конце рабочего дня. Говорили? Я попрощался. Она не услышала. Куда пошли? Снимать, сэр. Я... делаю фильм. Фильм? Где? Да повсюду, сэр. Документальный. Компания? Нет, сэр. Только моя камера. Сержант Миллер. Да, я передам. Доктор закончил осмотр. И зовет вас. Ясно. Идите первым. Есть, сэр. Снял. Возвращаю. Спасибо. Когда вы вернулись домой, Льюис? В 10. В 10:30. Вас видели? Да, жильцы с нижнего этажа. Ясно. Все? Спасибо, мистер Льюис. Спасибо. Да, минуту. Проводите в павильон? Хочу еще раз осмотреть. Да, сэр. Спасибо. Я говорил. Дальше я дойду сам. Благодарю.
Вы правы. Рану нанесли тем же оружием. Обе женщины испытали сильный шок. От чего? Это вам выяснять, инспектор. Не мне. Можно двигать? Да, я закончил. Давайте. Так. Что у нас тут? Магнитофон. Платок. Бакстер. Снять отпечатки. Прослушать пленку. Есть. Тихо, ни звука. Зачирикала канарейка. Не хочу портить вам веселье, но у нас объявился маньяк. Как бы ни пришлось докладывать о третьем нераскрытом убийстве. Давайте искать. Ясно? Девушка снималась в фильме Артура Бейдена «Сдвигаются стены» в роли Паулины Шилдс. Представитель студии сообщил, что она играла очень эффектно и могла стать звездой. Премьер-министр Марк связан с фильмами, да? Точно. Итак. Интересно, он ее знал? Сегодня спрошу. Он тебя пригласит? Если сможет. Да уж, джентльмен. Куда пойдете? Не знаю, и вряд ли он знает. На какой студии он работает? Не знаю, мама. Я спрошу. Если он скажет. Хочешь, познакомлю вас? Я уже его знаю. Ну, не шути так. Он здесь. Может быть, стоит подарить ему это окно? Он словно живет в нем. Как ты узнала? Ощутила затылком. Хотя очень не хотела. Привет. Свободно? Да. Чудно, я тоже. Зайди на минуту, познакомься с мамой. С радостью. Дорогая, это Марк. Привет, миссис Стивенс. Привет, Марк. Вы бежали, юноша? Да. Не хотел опоздать к Хелен. Спасибо. Ты заслужил напиток. Что будешь? Ничего, спасибо. Не надо. Мама, я забыла. Скажите, где вы работаете, Марк? Студия Чипперфилд. А где работала та бедняжка? В Бруквуде. Может быть, вы ее знали? Нет. Я ее не знал. Жаль. Я люблю новости из первых рук. Дорогая, насчет ужина? Нет. Лучше иди займись своим. Пока, Марк. Думаю, еще увидимся. Надеюсь, миссис Стивенс. Мама, мы забыли раскинуть карты. Твой ужин на кухне. Если вернешься поздно, я буду рядом с ним. Я скоро. Пока, мам. Пока. Марк, хочу задать тебе личный вопрос. Давно ты выходил из дома без нее? Без кого? Без камеры. Даже не знаю. Точно. Ты всегда берешь ее с собой.
Она нужна тебе сегодня? Скажи, нужна? Тогда я тоже захвачу с собой работу. Нет, сегодня не нужна. Чудно, дай ее мне. Положу туда, где никто не тронет. Нет. Тогда отнеси наверх, раз не доверяешь мне. Я доверяю. Положим ее здесь. Зайди, посмотри сам. Оставим ее и запрем. Это была комната мамы. Серьезно? Я бестактна, прости меня. Просто эта камера как лишняя конечность. Если хочешь ее... Тебя. Спасибо. Чувствую. Что? Не могу описать. Разве только снять? Я чувствую голод. Пошли. Да. Есть местечко за углом, где вкусно готовят. Да? Да, но там всегда людно. Ну, не страшно. Хелен. Что? Идем. Сюда. Что снимает твоя камера? Людей. С ее помощью один маленький мальчик видит, какими все взрослые были в детстве. Где ресторан? Недалеко. Пойдем. Спасибо. Каждое лицо может быть лицом ребенка. Главное поймать его в нужный момент, и тогда... Я бы хотел найти лица, которые тебе нужны, Хелен. Мы попробуем. Мама, похоже, легла. Марк. Прекрасный вечер. Это я и хотел сказать. Прекрасный вечер. Ты сделал его таким. И без камеры. Принесу ее. Она здесь. Волшебная камера. А какими она видит взрослых? Меня, например. Нет, только не ты. Почему? Только не ты. Марк! Я всегда теряю то, что снял. Не понимаю. Маму разбудит. Спасибо за вечер. Может, пойдешь спать? Не будешь смотреть фильмы? Мне надо поработать. А потом спать. Я буду искать лица.
для тебя. Эти лица. Добрый вечер, Марк. Как вы? Соседский юноша вышел из души и довел меня до двери. Внутри квартиры я справилась сама. Но я ожидала, что эта комната окажется заперта. Я не привык к ключам. С детства. Я привел ее не поздно. Спасибо. Вам что-нибудь... Поговорить. Лучше выйдем. Нет. Я здесь как дома. По сути, я бываю тут каждую ночь. Что? Слепые всегда живут в помещениях над собой. Каждую ночь ты включаешь этот проектор. Какие фильмы ты не в силах отложить до утра? Что ты смотришь сейчас? Почему не солжешь? Не пойму. Скоро узнаете. Может, покажешь мне кино? Да. Что я смотрю, Марк? Ответь мне. Ужасно. Этого я и боялся. Что? Свет рано погас. Как всегда. Я обязан повторить. Но что ты испортил? Свой шанс. Надо найти еще один. В чем дело? Марк? Где ты? Где ты? Зачем светишь в лицо? Марк? Я закончу. Ради Хелен. Что значит «ради Хелен»? Она хочет увидеть то, что я снимал. Моя дочь и так часто меня видит. Прошу, мэм, не пугайтесь. Я боюсь. Жарко. Убери от меня камеру. Все? Да.
спешишь, верно? Я устал. Поздно. Вы... Вдруг захотелось выпроводить меня. Я не эгоистка. Можешь снимать еще, если хочешь. Не буду. Почему? Пленка кончилась. Поищешь, чтобы порадовать Хелен? Нет. Нет. Ты себе не доверяешь. Я угадала, Марк? Инстинкт – удивительная штука, Марк. Жаль, что его нельзя запечатлеть. Если бы я его слушала, сберегла бы зрение. Я не верила тому, кто меня оперировал. Теперь мой инстинкт говорит мне... что это нездоровые съемки. И тебе нужна помощь. Ищи ее. И скорее. А до тех пор я против твоих встреч с моей дочерью. Я никогда не захочу ее снять. Лучше бы ты не мог. Серьезно. Или одному из нас придется съехать из этого дома. А место дешевле не найти. Вам не придется переезжать из-за меня. Молодец. Лестница – это самое трудное. Достаточно, спасибо. Впечатлели? Да. Давно со мной этого не было. Марк, что тебя волнует? Пока, миссис Стивенс. Расскажи кому-нибудь. Ты должен... Я пришел. Можем начинать, да? Итак, все в сборе, отлично. Тишина. Готов, Фил? Да, готов. Марк, он тот чудак-психиатр. Один из лучших. Начинаем. Все по местам. Поверь, все будет замечательно, детка. Просто отойдите. Кто это, Алекс? Детектив. А, да, конечно. Все хотят тебе помочь, крошка. Успокойся, ничего не изменилось, кроме одной-двух незначительных мелочей. Сейчас будут шляпки вместо тех кофров. Будешь помогать, Майкл? Да, сэр. Да, пупсик, смелее ты лучше. Мы все с тобой. Только уйди. Так, по местам, шевелитесь, скорее. Ладно, мотор, камера. Вам шляпку, мэм? Да, покажите мне вон ту. Конечно, мэм. Ой,
Спасибо. А у вас есть красное? Конечно. Красное, как кровь. Есть голубая? Голубая! Прошу, боже! Перерыв, сэр. Да, навечно. Ладно, попробуем через часок. Точно. Вам есть что предложить? Нет, и так весело. Я психологической помощи. Дайте ей отдохнуть. Часик не поможет. Да, благодарю. А вы кто? Я держу фокус. Так мы коллеги. Скажите... Вы знали моего отца? Профессор Льюис. А.Н. Льюис. Ну, конечно, знал. Мой преподаватель. Гений. Настоящий уникум. Знаете, что он изучал перед смертью? Нет, расскажите. Я не помню, как это он называл, но это связано с тем, что заставляет людей подглядывать. Скоптофилия, вот вы о чем. Разносторонний ум. Скоптофилия. Нездоровое желание смотреть на чужую жизнь. Скажите, сохранились его бумаги? А это можно излечить? Обычно да. Что насчет бумаг? Быстро. Излечить? Быстро, пара лет, сеансы, 3 раза в неделю по часу. И пациент здоров. Если у вас остались какие-то заметки, я был бы счастлив их увидеть. Вот мой адрес. Да, доктор. Что это значит? Не знаю. Сейчас выясним. Эй, Марк. Только посмотри. Могу подарить. Она недешево стоит. Правда классная? Есть другие, если надо. Ты подал мне идею. Не сомневаюсь. Он спросил, знал ли я его отца. Это был талант. Это все? Ну да. Мы немного побеседовали о скоптофилии. Он... Что это? Вуайеризм. Превращает в любопытного Тома. Его отец это изучал. Любопытный Том. Милый юноша. У него глаза отца. Вы его подозреваете, да? Как и всех. А вы нет? Я думаю об этом экстраверте, который привел девушку. У него что-то на уме. Еще бы. Он режиссер. Не смогу в субботу. Но сегодня нас рано отпустят. Я приду после работы. Единственный вариант. Что ж, приходи сюда в 6, Марк. Я позову Милли. В 6 часов. Ровно в 6, Марк. Или она уйдет. Я приду. Хорошо бы. Последний дубль. Есть список? Да, сэр. Узнай, что делают после работы. Кто именно? Все, сержант.
Наконец-то. Больше так не делай. Не буду. Милли наверху. Спасибо. Мне надо уйти. Если ты закончишь раньше, чем я вернусь, запри. Что смотришь? Ключей не видел? Кассу я снял, так что можешь не улыбаться. Запомни, Марк, хватит выкрутасов. Ты испортил мне весь вечер. Сорвал свидание с новым парнем. Прости, Милли. Что за спешка? Боюсь, я завтра не смогу. А что, уйдешь в поход с бойскаутами? Что ты делаешь? Я думаю. Скорее, мало времени. Ты должен снимать меня на кровати. Слушай, ты окончательно спятил? Я должен закончить свой фильм. Ты сам как плохой фильм, Марк. Я отказала джентльмену, пришла и разделась не для того, чтобы ты снимал улицу. А, Марк, будто разговариваю с зомби. Не опасно быть с тобой вдвоем? Хотя так даже лучше. Едем прямо. Hello. Привет. Привет, Тони. Куда идешь? К Марку. Ты не хочешь видеться со мной? Тони. Ничего. Могу подождать. Кстати, Хелен, твоя мама недавно кричала о том, что этот Марк ее снимает. Снимает маму? Нет, ты ошибся. Конечно. Увидимся. Да. Марк? 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 Не знаю, что думать. Сперва библиотека, затем газетный магазин. Делает там интимные снимки. Понаблюдать за домом, сэр? Нет, я согласен. Хорошо, изложу детали, когда вернусь. Пока, сэр.
Не показывай страха. Все, уходи. Быстро. Нет. Иди. Я хочу знать. Нет. Твой фильм. Это только фильм? Правда же? Страшный? Ужасный? Но всего лишь фильм? Нет. Нет. Я их убил. Только не давай мне увидеть твой страх. Поэтому стой в темноте, прошу. Умоляю. Инспектор Грег. Что? Соедини. Это Питерс. Инспектор, когда я поднялся наверх, то он нашел тело. Ваш адрес. Магазин газет? Твоя мать права. Я должен кому-то рассказать. Жаль, что именно тебе. Это его мастерская. Ты знаешь, что он делал. Но не все. Пять лет. А здесь семь. Комнаты прослушиваются до сих пор. Твоя. Где эта бутылка? Твоей мамы. Тони. Сюда никто не войдет. Мне все равно. Дорогая. Тони, хватит. Здесь только мы. Все равно мне страшно. Выключи. Обернись, Марк. Если ты боишься... Посмотри, что ты с ними делал? Нет. Что ты делал? Я буду мучиться всю жизнь, если ты не скажешь. Что ты с ними делал? Я не могу. Покажи. Если испугаешься... Покажи. Или я буду бояться до конца жизни. Давай. Ты знаешь, что самое страшное на Земле? Это страх. И я поступал очень просто. Очень просто. Они чувствовали острие у самого горла. Понимали, что я убью их, и были вынуждены наблюдать свою смерть, видеть свой ужас, когда металл медленно входил в плоть. Если у смерти есть лицо, то все они его видели. Но не ты. Я поклялся не снимать тебя. Никогда. Я боюсь за тебя. Готовы? Да, сэр. Тогда вперед. Осторожно. Это лишь камера. Камера? Сдавайся, Марк! Я так долго ждал этого момента.
Но зачем? Подожди. Я заглушу их. Сдайся, Марк! Смотри, Хелен. Они прощаются. Одна за одной. Я часто представлял. Хотел бы я найти те лица для тебя. Хелен. Хелен. Я боюсь. Нет, нет, Марк. Нет. Я счастлив, что боюсь. От одной волшебной камеры для другой. Целую. Она жива. Вызови скорую. Хватит. Хватит, перестань плакать. Тут нечего бояться, Марк. Пока, папочка. Лежи спокойно. Фильм озвучен по заказу телерадиокомпании «Петербург, Пятый канал».